Всем привет, дорогие друзья, с вами Мега, с вами продолжаем прохождение Bayonets and the Dark Revival. Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Gilson. What's a Gilson? Ну и где Джейсона найти? Гильсон. This doesn't help at all. Well, that didn't tell me anything. А. So, а вот. I'm looking for. Fish? There's gotta be one here somewhere. Может здесь? Не. Так, не здесь. Лаборатория тоже нет. Так, где? That's a fish. Ugh, he's too fast. Ну и как поймать? Maybe if it was closer. Ого. И что мне с этим делать? А, нужно двигать ее туда, чтобы она лучше услышала, эта рыбешка. Ну-ка. That did it. Looks like the fish is asleep. I got you. You can't get away from me, little stinker. Hello. I forgot the Gilson again, didn't I? And there's some already ground up in the kitchen too. Принесу твою комнату прямо сейчас, хорошо? Away, shall I? Oh, and, а может ты бы посади Гарольда обратно в его окно? Он не любит сухой воздух. Я забыл озвучивать. Возвращайся в свою спальню. Ой-ой-ой, стой, стоп. Не та кнопка. Так, сюда. Now just three sips of water. Теперь всего три глотка воды. One. Two. О! Ночная ночь. Наконец-то ты проснулась. Я почти боюсь, что ты пропустишь мою вечеринку. Что? Что происходит?
О, кажется, ты просто немного ошеломлена. Все в порядке, милая, я понимаю. Не каждый день можно купаться в лучах славы. Ангела. Ангела? Али... Ангела Алиса. Если быть точным. Вот кто я такая. Послание свыше. Надвигающееся совершенство. Чего ты хочешь? А, сразу к делу. Мне это нравится. Правда, Том, милая, ты единственная в своем роде. И говоря прямо, это то, чего я хочу? Оторвать твое лицо. Содрать кожу, как бумага, твои внутренности и бросить на стол. Детали моего вкусного урожая готовы. И с твоей щедрой жертвой. Я буду прекрасна. Опять? Но сейчас? Давайте повеселимся. Позже будем уйму времени для кровавой бани. Как насчет игры? Давай все поиграем в загадки. Какая замечательная идея. Нет. Хорошо, милая. Вот в чем дело. За тобой дверь к свободе. Но она откроется только в том случае, если вы решите мою маленькую головоломку и вернетесь в мое специальное кресло. Тогда я включу этот небесный переключатель здесь. Если ты правильно разгадаешь головоломку, ты уйдешь. Поймите, это неправильно. Ты поджариваешься. Давай начнем. Что делать? Не совсем понял. Если я думаю, что кролик пахнет бузиной, я не смог это увидеть, как они сидят вместе. Лиса всегда ненавидела медведя. Она никогда не сидит рядом друг с другом. Всегда сидит рядом. В конце концов, они вместе ходили в школу. Ага, нам нужно как-то разгадать местоположение этих животных, да? Так, она наблюдает. Так, а мартышка откуда? Ладно, разгадаем. Ну, я думаю, это будет правильно. Ну что теперь? Держись крепче, милая. Вот оно начинается. Три, два, один. Нет? А она исчезла куда-то. А, я теперь разгадал загадку. Это отлично. Я вижу тебя там. Никому не нравятся тусовщики. Оу! Так, они восстали против меня. Назад, 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 назад. Ого, поджарим. Так, что это открыло мне? А, надо еще подзарядить. Так, куда идти? А, у меня способность работать, только мне это не показано.
почему-то. Ага, забираемся. И потом телепортируемся туда. И хоба! Ой-ой-ой! Никто не унижает ангела. Никто! Теперь стой спокойно, милая. Это оружие боли. Ага. Минуточку, ой. И что это дало мне? Секунду. Теперь спускайся. Ничего. Так, подзаряжаем, наверное, снова. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, подзаряжается. Так. Тихо, не горячись. Так, не торопимся. Что? Ха-ха, не видит меня, значит меня здесь нет, да? Как смеешь прикасаться ко мне? Наконец-то занавес, детка. Давай взорвем их. Мое лицо. У тебя мое лицо. Это твое лицо. Я прекрасна. Всегда была. Второй раз уже. Умерла. Почему мне кажется так знакомо? Почему мне кажется знакомо? В порядке, Одри? Я не могу сказать тебе, как я рада тебя видеть. И это должно быть твой волк, Одри. Познакомься с Томом. Он мой защитник. Мой друг. Вы оба пришли только как вовремя. Теперь я понимаю, почему тебе нравится, когда тебя называют Алиса. Машина создает множество одинаковых форм, по крайней мере, снаружи. Но внутри мы все довольно разные. Но с этого момента мы будем называть тебя иначе, чем Алиса. Это просто тебе не подходит. Чем ты имеешь в виду? Как насчет Эллисон? Это не так уж плохо. Okay. Хорошо. I'll try it out. Попробуй это сделать. Но only if you can только если ты можешь сказать мне, name, что
Я чуть не забыл Уилсона. Я должен немедленно вернуться. Уилсон наш враг. Ты вообще его знаешь? Ты когда-нибудь с ним разговаривала? Я видела, что он делал. Для этого мне достаточно. Выглядит, как будто у нас есть план убить черного демона. Навсегда. И я думаю, ты можешь нам помочь всем. Я просто... Мне нужно вернуться и выслушать его. Но если это правда, вам обоим понадобится столько помощи. Черный демон не сдаться без боя. Мы с тобой позовем кое из наших друзей. Всех, кто остался. Удачи, Родри. Ты тоже, Элисон. Не возражайся, если это возьму. Я пошел. Ой. Они обещают нам мир. Но они вам приносят так только больше боли. Какой мерзкий голос. О. Ой. Ой. Так, быстро, 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 быстро. Черт подери. Нет. Ладно, убивай меня. Нет? Я прям притык с ним стал, но не убивал. Баг какой-то. Значит. Так, а зачем, если ты забрался? Ауч. А, я же рядом с какой-то башней, поэтому мне способности не работают. Мне ж написала. Так, что дальше делать-то? Туда я просто так не пойду. Ну не знаю, зачем мне это. Иди сюда. Может, там что-то важное есть? Пойдемте посмотрим. Стоп, я же там не посмотрел, что есть. Давайте посмотрим. Так, минуточку. И... Оба! Нет! Где же лестница может быть? Может, с той стороны? Так. Где же лестница может быть? Нигде. А, там подзарядка есть. Надо подождать. Так, что здесь? По-моему, он сюда идет. Шкатулка? Эта музыкальная штука может быть хорошим развлечением, если смогу ее починить. Для чего же мне интересно? Так, он сюда не пойдет, да, я надеюсь? Не пойдет. Так, что здесь, что здесь? О, еще один. Ой-ой-ой, стоп, 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 стоп. Так, там одна палка упала. Нужна хоп. Так, что можно найти, чтобы починить шкатулку?
Так, ничего, я так понял. Так, а кто там стоит? А. Секунду, нужно вернуться обратно, что ли? Так, где точка? Черт, черт. Так, стоп. А, опять надо ждать. Так, поворачивайся. Потихонечку. Так, что здесь? А, ключик всего лишь. Но этого недостаточно. Надо пойти туда, куда пошел этот здоровяк. Так, отлично. Так, а здесь что? А здесь ни черта. Ни черта. Опять надо ждать. Так, здесь что? Чё? А, разбирайся, разбирайся. Не успел. Надеюсь, я здесь появился. Да. Так, а... Стоп, 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 стоп. Там что-то должно быть. Ну-ка. Так, что здесь, что здесь, что здесь? Черт подери, а! Так, вылазь оттуда. Давай, свали. Ну-ка. О, проскользнул. Так, а здесь что? А, здесь? А, сама Алиса. Только почему-то подобрать ее не могу. Эй! Не могу ее подобрать. А, ну все, я ж уже все исправил. Да, теперь пора возвращаться и ставить это обратно. Небольшой баг такой был. Так, оставляем шкатулку. Так, теперь шкатулка не оставляется? Что-то я не понял. Может... Так. А как... Погодите. Там какой-то значок был вроде. А, смотрите. Не договорите, только что опять все заново должен делать. Так, обратно. Здесь ничего не происходит. Так. Так, надеюсь, не спалили. Спалили. Черт. Ой, 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 ой. Так, заново. Все заново. Стоп.
Стоп, нет, нет, нет. Сюда. Так, теперь аккуратно проходим. Не торопясь. Полностью заряженная трубагент. Так, ну я знаю, где ее можно зарядить. О-бо-бо-бо-бо-бо-бо. А здесь еще можно заряжать. Отлично. Вперед. Ой-ой-ой-ой. Так, гонится. Все. Вот ты где, слава богу. Уилсон ждет вас внизу в лаборатории, когда вы будете готовы. Но сначала я могу вас кое-чем помочь. Так, мы уже на этом закончим. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь, друзья, с вами Омега. Всем пока.